Здравствуйте, меня зовут Евгения, вы на канале Влог как предлог. И сегодня это предлог, специальное предложение Tupperware. Кому интересна эта тема, оставайтесь со мной. К сожалению, у меня не оказалось традиционного буклета, поэтому будем работать с тем, что есть, а именно с электронным буклетом. Будем смотреть с компьютера. Итак, что предлагает нам Tupperware в марте месяце? Первое предложение – это большая-пребольшая чаша, которая называется Boom, на 10 литров по специальной, очень симпатичной цене для Tupperware. Это из серии хит-парадов. Воздухо-влагонепроницаемая крышка. Крышка, которая при правильном закрытии гарантирует абсолютную герметичность. Что такое воздухо-влагонепроницаемая крышка, я рассказывала в предыдущем обзоре спецпредложений Tupperware, поэтому кому интереснее поподробнее, добро пожаловать туда. Ну, что здесь можно сказать? Для замеса большого количества теста, для шашлыка на большую компанию, для сбора в будущем каких-то ягод, овощей и их транспортировки. В общем-то, очень удобная штука. Люблю воздухо-влагонепроницаемые крышки у Tupperware. И вот он контраст. Против 10-литрового бума предлагаются малютки по 200 мл. Комплект из 3 штук и комплект из 6 штук. Так называемые сервировочные чаши с воздухо-влагонепроницаемой крышкой. Что это может быть? Это может быть какие-то порционные, индивидуальные хранения приготовленных блюд для домочадцев. Это может быть транспортировка этих блюд с собой. Это могут быть соусы, это могут быть снеки, это могут быть небольшие салатики, кашки, все что угодно, на ваше усмотрение. Уже традиционно Tupperware отмечает День воды, и в этот раз нам предлагается бутылочка по симпатичной цене, в очень симпатичных цветах. Каждый может выбрать на свое усмотрение. У меня есть такая вот бутылочка. Вот она прямо вот здесь. Квадратная. В чем ее преимущество? Первое – это винтовая крышка. А значит, мы можем брать с собой даже газированные напитки, даже продукты брожения, такие как кефир. Никаких неприятностей. Бутылочка на 500 мл, крышка держится очень хорошо, завинчивается, плюс еще специальный упор на крышке, чтобы можно было удобно открутить, закрутить. Ну и вот такая вот квадратная форма, она мне очень нравится, в том плане, что куда бросил, там и лежит, никуда не катится, все на месте. На следующей странице сразу три предложения, связанные между собой. Это по РП распродажа, то есть по сниженной цене, это нож. Вообще ножи Tupperware пользуются хорошей репутацией. Это разделочная гибкая доска, которая не будет тупить нож. При этом очень удобно куда-то перенести и сыпать, вот подогнув ее, как на картинке. И есть одно предложение – РУ, распродажа при условии. Это кондитер-трансформер. Вот здесь вот обратите внимание, крышка вывинчивается и тем самым увеличивается высота контейнера от 7,5 до 14 сантиметров. Контейнер на защелках, и за крышку можно удобно переносить его вместе с содержимым. Переносить, хранить. Все очень удобно. Обратите внимание, вот эта доска разделочная встает в контейнер и тем самым защищает контейнер, когда вы будете там разрезать какой-то пирог, торт. Все очень продумано. Опять герметичные крышки. Набор чаш «Новая классика» в разных размерах. 240 мл, 500 мл и 800 мл. Вот они такие разноцветные. С воздухо-влагонепроницаемыми крышками. При правильном закрытии абсолютная герметичность. Все очень замечательно. Хранить, транспортировать, сыпучее, жидкое.
все в ваших силах. И следующее вот такое вот предложение, которое позиционируется как пасхальное. Контейнеры «Акваконтроль». На крышке этих контейнеров тоненькая силиконовая прокладочка, которая делает их абсолютно герметичных. У них несколько другой материал в изготовлении, ну и, как видите, совсем другое оформление этого изделия. И эти изделия «Акваконтроль» с удовольствием используются для подарков. То есть, когда подарок и его упаковка являются целым подарком. В данном случае это позиционируется как такое оформление пасхальных украшений. Видите, на рисунке таким образом оформлены пасхальные яйца. Еще одно предложение с абсолютно герметичными крышками. Чаша Мелиан в двух разных размеров. На 1,4 литра очень удобно для салатиков, для небольшого количества теста на те же блинчики. И более такое весомое изделие на 2,75 литра. Очень симпатичный цвет, воздуховлагонепроницаемая крышка, ручка-петля, за которую удобно придерживать это блюдо. Ну и симпатичный весенний цвет это все дополняет. А вот здесь вот пример использования кондитера-трансформер. Как можно наполнить его капкейками? А чтобы было где сделать эти капкейки, предлагается силиконовая форма капкейки. Эти формы очень хорошо встают две в духовку, поэтому да, конечно, выгоднее их брать две, тем более, что цена будет в этом случае более лояльной. Вообще, надо сказать, что у Tupperware очень хороший силикон. Плотный, качественный, все очень замечательно. Ну и потом, согласитесь, эти формы можно использовать для маленьких персональных куличиков. Впереди нас ждет Пасха. И вот на этом развороте пасхальные, опять же, предложения. Это контейнер для яиц, органайзер для 10 яиц. Взять с собой в церковь на освящение, например, или куда-то в гости, когда вы несете как угощение, чтобы красиво оформленные яйца донести в целости и сохранности. И вот здесь вот моя замечательная, любимая кастрюля Ultra Pro по очень лояльной цене. Поверьте, для этих изделий цена очень хорошая. Замечательные круглые формы, которая, поверьте, подойдет для того, чтобы приготовить классный кулич. О чем, собственно, здесь и говорится. Обратите внимание, что к серии Ultra Pro существует рецептурный буклет. Ну и всем любителям герметичных крышек посвящается. В свое время это было в каталоге, сейчас нет, но тем не менее пользуется спросом. Органайзер для крышек. Этот органайзер можно как поставить, вот как здесь, также и прикрепить на стену, кто, если любит такой способ хранения. И тем самым достаточно компактно, организованно и все в одном месте хранить все любимые герметичные крышки. Специальное предложение для тех, кто любит порядок на каждой полочке, в каждом уголочке. Компактусы для хранения. Здесь, пожалуй, добавить нечего, кроме того, что обратите внимание, при покупке большего количества, а именно 5 штук, цена становится более выгодной. А вот на этом развороте собраны такие предложения с изюминкой. Порционная зерноварка для приготовления крупы, каши в микроволновой печи. У меня такая есть, я ее с удовольствием использую, когда мне нужно приготовить гречку или, например, рис для салата, или овсяную кашу в каком-то небольшом количестве. Раз речь зашла о приготовлении в СФЧ, то обращаем внимание, что вот здесь скромная картинка – это максимальная мощность для использования в СФЧ. И очень интересное, специфичное такое изделие, я больше нигде таких не встречала, форма «Волшебная зразница». Это целое устройство. Здесь представлена схема приготовления зраз. Главный принцип.
А там уже картофельные, мясные, творожные, какие-то закусочные. Все в ваших руках. Очень интересная подача, когда можно достаточно бюджетно и красиво оформить стол. Очень интересное предложение, действительно. Присмотритесь. Обратите внимание, что при покупке в подарок идет рецептурный буклет. Ну и специальное предложение РУ при условии заказа из каталога на определенную сумму предлагается по сниженной цене миксер от Шеф. Замечательнейшее изделие, в котором белки, крема взбиваются гораздо эффективнее, чем электрическим миксером. Проверила на собственном опыте. С тех пор, как у меня в доме появилось это изделие, моя любовь к безе перестала чем-либо сдерживаться. Учитывая, что впереди лето, открытые платьица, наверное, нужно меньше любить безе. И обратите внимание, что к нему есть рецептурный буклет. Кроме того, опять же, к вопросу о Пасхе, сделать глазури с этим изделием будет очень и очень просто. Ну вот, собственно, и все. Вот такой опыт перелистывания буклета в новом формате. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, будет достаточно удачным. Я буду рада, если вы поддержите мои начинания пальчиками вверх, подписками. Но в любом случае я благодарна вам за просмотр. И по традиции приглашаю вас к общению под видео. Пишите свои впечатления, свое мнение, предлагайте темы для обсуждения. А на сегодня это все, но я обязательно найду новый предлог для нового влога, чтобы встретиться с вами на своем канале «Влог как предлог». Пока-пока!